Завершился первый этап подготовки, домашний турнир. Как впечатление, как эмоции после домашнего турнира? Хороший турнир, хорошие эмоции, достаточно такой плодотворный, показательный турнир для первого этапа. Я думаю, в принципе, то, что запланировали там тренеры, сделали. Конечно, не все еще предстоит нам до начала сезона, есть время, но, так скажем, хороший турнир. Есть на что посмотреть, есть показательный момент, над которыми нужно продолжать работать. А вот как раз если говорить о самом результате выступлений, насколько важно и довольны ли выступлением итоговым? Тут же предсезонные турниры, они больше сосредоточены на результат, а на то, чтобы наиграть состав, посмотреть игроков, посмотреть молодых ребят, кто в каком состоянии, команда в целом. Поэтому думаю, что нацеленность была больше на это. Как раз говоря о состоянии, как ваш личный функционал, как для себя провели турнир? Сейчас у нас были выходные, сейчас была очень тяжелая тренировка. Я вот стою, у меня, по-моему, пульс до сих пор еще не восстановился. А так, в принципе, чувствую себя хорошо, нормально после вот этого, опять же, сложного этапа. Какие-то вот мышцы, сухожилия восстановились, слава богу. Ждет сейчас достаточно такой мощный турнир в Казани с солидными участниками. Насколько там важно хорошо выступить? Ну и вообще, участие в таком турнире, насколько важно перед сезоном? Опять же повторюсь, выступить, конечно, важно и на этом турнире, и на том турнире. И вообще, в принципе, всегда важно выступать. Но тут больше тактически, физически будут смотреть, как выглядит психологически, у кого какая стрессоустойчивость. Потому что игра такая рваная, не всегда ровно складывается. Поэтому тут много факторов, много мелочей, значений. Мы знаем, что на предсезонке молодые игроки стараются полностью выкладываться. А как вот опытные хоккеисты находят для себя вот эту дополнительную мотивацию? Или там нет разницы? Вот как раз-таки в чем прелесть молодых хоккеистов? То, что пацаны, которые выкладываются, молодые, они подтягивают остальных за собой. Потому что ненароком, в принципе, у каждого там свои черты характера и своя работоспособность. Но, так скажем, они тоже заставляют за собой двигаться, подтягивают. Ну и мы старше не отстаем и тоже показываем. Ну и завершая выходных, как раз таки, как чем занимались, где были? Очень отличные выходные были. Съездил в сторону Архангельского района, наверное. Это другой район, деревня называется Ташасты, там на Улыклаево поднялся, в Кандалинскую пещеру поднялся. То есть такие плодотворные выходные, классные. То есть удалось так психологически перезагрузиться, отдохнуть, да? Да, для меня это важно. Это как раз та самая часть, где можно абстрагироваться от хоккея и наедине с собой побыть.